наступила задача интересного ремонта, из которой нужно выходить из ситуации, потому что детали в природе нет. Не смог я так и заказать, найти замену. Это панель от духового шкафа Бико с такими двухпозиционными переключателями режимов. Тык-тык, тык-тык, в одну или в другую сторону. Вот так он выглядит. Проблема в чем? Отломалась душка, уже даже, как видите, здесь просверлено, вставлено сверло. Я уже делал ремонт, вклеивал. Но со временем он все равно проворачивается, все равно отламывается. И найти новую деталь невозможно. Принято решение... Заказать новую нельзя. Ну, так и не смог нигде заказать. Принято решение заменить. Вообще уйти от этого переключателя. Их тут два. Один на температуру, другой на выбор режима. Принято решение заменить выключателем. Скомбинировать выключатель. Ну, вот таким автомобильным. Можно будет режим сюда, режим сюда. Плата все равно нужна. Здесь стоят резисторы на переключение в одну и в другую сторону. Скомбинирую этот выключатель с платой таким образом, чтобы печка работала. Как это сделать? Значит, здесь вместо этого выключателя я прорежу такое квадратное прямоугольное отверстие под этот выключатель. Будет стоять этот выключатель, и этот выключатель скомбинирую с этой платой. Ну, только так получается выйти из ситуации. Как я это буду делать, я точнее зарисую схему и все покажу. Ну а пока вот поставленная задача, пока выпиливаю отверстие. Ну, значит, анализ схемы показал, что суть такова, что сюда приходит общий и центральный. Вот я точно так же нарисовал, как здесь. По сути дела, чтобы не путаться. Центральный – это общий. Контроль центрального, постоянный резистор, постоянно не разомкнутый, в постоянном соединении 4,7 кОм возвращается. Это, наверное, контроль того, что сюда сигнал пришел. Ну и в зависимости от того, какое сопротивление подключается, если я в одну сторону крутнул, то влево на уменьшение, то подключается 8,2 кОм. Если я вправо на увеличение, то тогда подсоединяется сопротивление 2,2 кОм. А уже контроллер определяет, какое сопротивление 2,2 или 8,2, и в зависимости от этого добавляет или плюс к программу, или минус к шагу программы. Поэтому вот необходимо, здесь у меня получается такой выключатель, у него вот это общий на... Вот этот на размыкание, этот на замыкание. Ну, то есть, суть, эти выключатели разные. И я сюда поставлю общий. Ну, а и потом навесным монтажом, скорее всего, пущу 4,7 кОм на второй контакт. А уже отсюда, здесь навесным монтажом, пущу 8,2 кОм, здесь 2,2. И пущу в схему. Ну, как я это сделаю, уже потом покажу. Но суть самого выключателя вот такая. Таким образом, с помощью обыкновенного переключателя, это переключатель от стекол автомобиля. Доводчик стекол электрический. Можно заменить вот такой, не имеющий аналогов, выключатель. Здесь он ходит по дорожке
и замыкает или сюда, или сюда, в зависимости от положения плюс-минус. Как я этого реализую, дальше покажу. Вот таким образом я решил вопрос такого выключателя на этой стороне. Ставлю выключатель от автомобиля. Здесь, на этой стороне, я вот так организовал вместо платы. Значит, рабочие контакты на включение вот здесь, три в середине, 1, 2, 3. Значит, уменьшение программы, увеличение. Уменьшение идет 8,2 килоома, уменьшение числа программы 2,2 килоома. Теперь уже на печке у клиента буду подсоединять. Значит, средний провод сюда, там, где 47,4,7 килоом, сюда, и управление плюс-минус сюда. Тут припаяю, отрежу разъем, припаяю и буду запускать. Таким образом решился вопрос замены недостающего командного переключателя вот такого. В продаже найден не был. Вот так выглядит уже с установленной кнопкой. Работает вот, если нажать сюда, будет в минус 8, 7, 6, 5. Если нажимать сюда, будет в плюс. Вот так это выглядит навесным монтажом. Значит, вот здесь это сопротивление 4,7 Ома от одной ножки, здесь от этой ножки 8,2, а вот этой 2,2. Они тут соединяются и идут на черный провод. Все сделано весным монтажом. Сейчас заклею силиконом и можно отдавать заказчику. Вот так это будет выглядеть. Печка черная, поэтому алюминиевый платок, но сама печка черная, поэтому кнопка черная будет смотреться нормально. Сейчас уже буду отвозить заказчику и отдавать. Все в порядке, работает нормально.